Всем привет! С вами по-прежнему проект по кругу. Начинаем тесты ножа ХВ5 Олега Алексина. Вот такой вот ножичек брутальный со сталью ХВ5. Ножичек я подправил перед началами тестов. Режет просто протягом с вывертами. Тут есть небольшой такой заминчик, но он, в принципе, не мешает резать. Его почти на бумаге даже незаметно. Да. Тесты начнем с дичи. Давайте попробуем. Я думаю, время немного это не займет. Режем прям по костям, видите? Порез, знаете, что напоминает порезу нож? Порезу нож напоминает опинель, который сведен почти что в ноль. Примерно то же самое ощущение. Опинель 12 номер. Так, тоненько сведен. Так, хвостики нам не нужны. Да, очень тоненько сведен так, почти в ноль. То есть им уже не побатонишь точно. У нас что-то был ВК-9, по-моему, похоже был, с таким же примерно сведением. И то на морозе умудрились чуть-чуть им побатонить. Как бы. Там, мне кажется, закалка позволяла им. Здесь закалочка у нас 65. С костями прям, видите? Вот, а этот я не знаю. Поработать поработаем, конечно, по дереву им. Но батонить, наверное, точно не будем. Ибо я не последний участник. Остальным тоже надо. Остальным с выкрашенным ножом, я думаю, не очень охота будет работать. Тестить. Если он вообще выкрашится весь. Ну да, вообще отлично. Почти что не дотрагиваясь, так раз. Пробуем. Блин, страшно. С таким сведением, конечно. Ну ничего, вроде. Вроде ничего. Раздавил. Косточки вон. Все на месте. Режущая кромка на месте. Все вроде на месте. Вот так расправились мы с курицей. Сейчас посмотрим.
помою. Музыка звучит. На месте сереющий громко. Листик. Без изменений. Ну тут как был заменчик какой-то. Вот здесь вот так он и есть. Он сильно в принципе не мешает. Не врезает, ничего. Чуть-чуть упирается бумага, когда вот по нему проходит. А так даже он с протягом идет. Все отлично. Сейчас тут чуть-чуть приберусь и продолжим с рыбой. Давайте попробуем теперь продолжить тесты на рыбе, так сказать. Рыбацкий теперь тест. Как у нас ножичек справится с такой вот, с таким вот хвостом. Такой вот ножичек, вот такой вот хвост. Причем не один, а два таких будет хвоста. Ну, приступим. Зверское испытание. Конечно, для ножа, блин, с таким сведением, я не знаю, как он пройдет, не пройдет тест, прям ужас. Так. Зверская. Гамбала. По костям. Зверское испытание. Ну так, бодренько. В принципе, режет. Ну как. За раз прорезает. Отлично. За раз прорезал все. Так, мы сейчас ее чуть-чуть распотрошим. У нас икра еще есть. Мы икру достанем. Потрошим. Вот такой вот пузо у нее. Блин, режет нож, конечно, отлично. Только вот притрагиваешься, уже режет. Так, как бы не лишнего тут не отрезать, не зацепить. Вот чуть-чуть зацепил. Ничего, справляется. Он тут получше уже. Продавливание чисто. Блин.
тоже нормально режет. Вот так вот. Сейчас вторую. Такую же рыбинку. Вот вторая такая же. Интересная. Та покрасивее, конечно, была. Попятнистей. Больше ножа. Рыбинг. Так, ну чё. Так, хвостик отрезали. Нафиг. Хвостик. Так, теперь плавнички отрезать. Сейчас привыкнем работать этим ножом. Уже будет сподручней. Видите? Ну. Что сказать, рукоять удобно. Держится вообще в руке, блин, намертво. Боязни нет, что соскочить на лезвие, на клиночек. Здесь упорчик хороший. Прям нож. Нож прям вообще. Ну вот. То, что сведен тоненько, это, конечно, он как резачок. На кухне будет вообще отличный. По кухне. По кухне работать будет вообще класс. Так, ну что, теперь на кусочки также. Ой, скользко еще. Сильно нажимать даже не приходится из-за тоненького такого сведения. Так, чуть-чуть прижал. Так мы расправились с курицей, с дичью и с рыбой. Две рыбины разделали. Сейчас я помою. Так, ну вот. И что у нас получилось? Сейчас листочек возьмем. Режущая кромка. Режущая кромка вся на месте. Не загнулась. Не выкрашилась. Блин, бумажку намочил чуть-чуть. Ладно. Режет по всей длине. Ну, тут на кончике был чуть-чуть заменчик. Но он такой. Можно ни одну, ни две, ни три, ни четыре рыбины ошкерить таких здоровых таким ножом. То есть смело, в принципе, в поход куда-то брать с собой его. То есть на куриных костях тоже не покрошился ничего. Такой вот ножичек ХВ-5 из стали ХВ-5 алмазка от Олега Алексина. Ссылочки на участников проекта будут на экране, также в описании, и там же будет ссылки на самого мастера, на его страницу ВКонтакте, также на его канал. Заходите, смотрите, подписывайтесь на его канал, он там будет выставлять свои работы. На этом буду прощаться. Всем пока. С
Следите дальше за нашими тестами этого ножа.